По предварительным данным, в результате землетрясения погибли 3 человека. На них обрушился карниз 4-этажного жилого дома, расположенного на проспекте Кетеван-Самебуле в Старом Городе. Среди погибших один 17-летний парень и 2 пожилые женщины. В момент землетрясения они находились в гастрономе на 1-м этаже дома. Выбежав на улицу, люди оказались под обломками массивного карниза. Они вышли с магазина, и прямо карниз упал от них. А последний я вышла, и ничего не случилось, потом мне случилось бы это. Такое состояние было прям. Я в собственных домах живу здесь. Ужас был. А сейчас зайдете домой или не зайдете? Не знаю. Разрушение на проспекте Цамебули, пожалуй, самое масштабное в результате 6-бальных подземных толчков, зафиксированных накануне примерно в 22 часа 45 минут по местному времени. Ровно 2 недели назад, 11 апреля, в Тбилиси было зафиксировано землетрясение в 4 балла. Тогда обошлось без жертв и разрушений. А это улица Ингуроква, в нескольких метрах от госканцелярии. Обрушилась стена аварийного дома прямо на припаркованный автомобиль. На соседних улицах также следы землетрясения, отколовшиеся балконы и блочные конструкции. Жители грузинской столицы всю ночь провели на улицах, опасаясь повторения подземных толчков. При мэрии создан оперативный штаб, куда стекается вся информация, получаемая от тбилисцев. Распоряжением президента Шаварнадзе госминистр Автандил Джурбенадзе назначен руководителем спецкомиссии по ликвидации последствий землетрясения.